волшебные дворцы, сказочные города и чудесные цветы. Это «Золотые сны» Натальи Вовк. Полотна персональной выставки живописи молодого краснодарского художника полны яркой энергетики и вызывают справедливый восторг. И с таким же восторгом Натали представляет свои работы. Ей удалось увидеть, запомнить и представить на холсте реальные картины нереальной красоты. Свободный воздух Италии, страны, подарившей миру искусство море шедевров, страны, где рождаются идеи, а мысли и фантазии одолевают чувствительных к прекрасному талантливых людей, раскрепощает кисть и дает мощный энергетический поток. Сама атмосфера дает новый толчок к новому шагу в творческой жизни, и стремление отразить в каждой картине фрагмент, запечатленный в сознании красоты, не дает успокоиться мастеру, пока он не выплеснет все эмоции на холст, а картина не отразит зеркалом нахлынувшее в момент встречи настроение. Натюрморты Натальи Вовк органично повествуют о времени, оставляя в памяти на полотне ускользящие моменты жизни цветов и предметов. Мастер гармонично продумывает композицию, не оставляя желания у зрителя что-либо добавить или заменить. Каждый предмет точно занимает предназначенное ему место и словно не может существовать без этого. Трепетно выведенные автором итальянские мотивы и спокойные натюрморты надолго захватывают внимание и остаются в памяти золотыми снами не только Натали Вовк, но и всех, кому не чуждо чувство прекрасного.